Так, всем привет. Так, у меня не будет возможности читать комментарии. Единственное, что хотел бы спросить, хорошо ли меня слышно? Вот я говорю, меня хорошо слышно? Так, ладно, давайте начинать. Так, ну что, я сижу привязанный. Я примерно знаю, чем это все закончится, потому что это было в начале демки Resident Evil. Конечно, что хочется сказать. Хорроров уже даже вот сидя просто привязанным на стуле, у хорроров большой потенциал в VR-пространстве. Ну что ж, там написано начать игру. Начинаем. Как, все готовы? Во, как должно быть. Во, намного лучше.
И оказывается, я должен ниже сидеть. Во, как будто прямо мои плечи. Да, как меня посадили пониже, как-то пострашнее все будет. Так, ну что, давайте. Ну-ка, давайте посмотрим, есть ли там изображение. Нету. Так, ну что, чем можно еще заняться, прежде чем начать игру? Камеру мы разглядели. Даже смотря, если смотреть в тот коридор, становится жутковато. Просто даже от возможности того, то, что кто-то может появиться. Да, ребят, я никого, точнее, я не увижу, что вы будете мне писать в контакт, либо в чат, потому что я не здесь. Я внутри этой игры. Так. Классно то, что тело как бы повторяет, по сути, реально то, что мое тело делает. Вот я наклоняюсь, и вот мое плечо должно быть, должно так же выглядеть в реальной жизни. Там достаточно все правдоподобно сделано. Только у меня ноги скрещены сейчас, ну ладно. О, круто. Ладно, давайте уже начинать. Поехали. О, я теперь могу управлять руками, смотрите. А мои руки — это, видимо, мой джойстик. Там стало светлее. О, это я уронил. Привет. Он словно стоит передо мной вообще. Парень, я, к сожалению, знаю будущее. Я знаю, что произойдет. Тихо, тихо, тихо. Не переживай. Так. Тихо. Чё с тобой?
get the hell out of here. Давай, режь. Вот черт. Так, не подходи ко мне. Ах, нет. Блин, нет. Я думал, он все-таки выжил. Охренеть. Что-нибудь. Поднять нож. У нас нож. Она где-то сзади, да? Нет, где она? Так, что мне нужно сделать-то? Вот черт, я так и знал. А сзади. Я не хочу смотреть. Вот ты, тварь, вообще. Вот и все. И, как я и предупреждал, она короткая. Ну. На самом деле, они правильно сказали, то, что вначале, ну, вот как у нас сейчас VR появился, да, нельзя делать слишком страшные игры, потому что вот сейчас на самом деле то, что было, оно, в общем-то, все, если бы это не VR, да, все это не было бы вообще, в общем-то, страшно в обычной игре. И вот сейчас мне было достаточно, как бы, ну, как минимум, знаете, не по себе. Как минимум, по-любому будут люди, которые просто вообще, даже уже по этому демо, они, ну, будут напуганы очень сильно. Я к чему говорю? То, что если в обычной игре это не было бы практически вообще страшно, если в VR это уже достаточно страшно, то что будет, если вот реально какой-то супер крипотный момент или какая-то игра, на протяжении которого тебе страшно даже без VR, что же будет тогда в VR? Фу. Если кто не знает, мой любимый жанр именно игровой — это хорроры. Так что я даже не знаю, хорошо VR или плохо, потому что мне придется в них играть, а это, черт возьми, может быть очень страшно. Вот. Ну что ж, я думаю, на этом все. Спасибо тем, кто меня смотрел. Ждем полноценного Resident Evil 7, который будет, я думаю, чертовски крутой. Но даже сейчас я не могу сдержать свои эмоции. Мне и классно, типа, вау, это круто. И было страшно одновременно. Я не знал, что там говорить, типа, о, нет. Или там смеяться в это время. Потому что, блин, это уникальные эмоции, серьезно. Это сложно передать. И, блин, я же говорил то, что она сзади. Но я оборачивался, и не было никого. Странно как-то. Где вот она могла быть? Я, возможно, что-то упустил. Может быть, она сразу за мной была. Ну ладно.
Не суть. Может быть, поиграю в другой раз, или лучше дам кому-нибудь поиграть и буду со стороны смотреть на все это. И, может быть, мы увидим, где она пряталась. Ну, а на данный момент на этом все. Еще раз всем спасибо. Спокойной ночи. Еще увидимся.